Гусеница. Гусеница. Все знают, что гусеница – это бабочка. Гусеницы бывают страшные, бывают красивые. Вот это красивая гусеница. Обалденно красиво. Смотрите, какой цвет. Просто чудо, чудо, чудо. Это бабочка. Она будет летать когда-то. Когда-то взлетит, крылья свои раскроет, преобразится. И не будет больше ползать по асфальту, по дороге, а будет летать, как птица, как бабочка. Сегодня у нее много ножек, она ползает, как червяк. Передвигается медленно, но знает, чувствует, что в ней есть сила, что есть в ней смысл, что есть в ней судьба взлететь и летать, и цветочки опылять. Вот это гусеница. А мы люди, мы знаем, что мы человеки, что мы можем стать сильными, свободными, достойно жить, быть в достатке, в преизбытке, в любви находиться. Знаем мы это. Знаем, что гусеница такая же, как и мы, в себе несет потенциал. Знаем мы о себе, что у нас потенциал не меньше, чем в гуснице. Мы можем тоже летать по воздуху, можем творить чудеса, можем создавать, можем себя познавать. Когда мы поймем, что мы человеки, что мы не червяки, не просто какой-то биомасса, не роботы, не рабы, а человеки свободные, Богом созданные, творцы, дети Творца, Создателя. Мы, у нас сила, у нас потенциал. Давайте начнем, как бабочка, преображаться из гусеницы, становиться летающим, живым существом. Давайте, друзья, начнем быть человеками.